Как отметил председатель правления Национальной геолого-разведочной компании «КазГеология», иностранные партнеры не только делятся новыми методами добычи, но и обучают отечественных специалистов. Рио Тинто в данное время уже мы соглашение подписали. Они нам согласны передать используемые Рио Тинто 6 новых технологий. Это вот 3D-моделирование, полностью анализы, их фондовые материалы, которые они используют во всем мире. Еще проводят обучение наших кадров, переподготовку кадров. Где-то 60 специалистов запланировано. Сегодня проводится работа на 42 перспективных объектах, ликвидировано 10 аварийных нефтегазовых скважин. В целом в ближайшие 4 года на геологоразведку из республиканского бюджета будет выделено 120 миллиардов тенге. Еще 900 миллиардов планируется привлечь.